Таврос, ты где так долго пропадал? Что-то случилось? Ты что, не помирился с Леной? Не произноси при мне больше этого имени! Значит, не помирился. Но ты хотя бы ее видел? Видел? В городе? Она шла под ручку с другим парнем. Не может быть. Ой. Где ты их видел? Я подвозил Таисию в аптеку. Гляжу, знакомое лицо. Пригляделся, это наша Лена. Идет под ручку с каким-то хмырем. Ты, если б Таисии плохо не стало, я бы от него живого места не оставил. Вот этого я и боялась больше всего. Чего? Того, что ты увидишь ее рядом с этим хмырем. Так ты знала? Ты знала и ничего мне не сказала? Да, я знала, Ставрос. Но это совсем не то, что ты думаешь. А что тогда? Я своими глазами видел, как этот тип взял ее под руку, и они пошли гулять. И вид у них при этом был более чем счастливый. Ставрос, ну ты просто не знаешь кое-чего, и я не могу тебе сейчас рассказать всю правду. Но между ними ничего нет, поверь мне. Ну, конечно. Извини, это ж я что-то перепутал. Конечно же, они просто обсуждали тонкости уборки полированных поверхностей. А этот хмырь был просто представитель профсоюза домработниц, да? Хватит мне сказки рассказывать! Да почему же ты мне не веришь? А почему я тебе должен верить? Да потому что я твоя сестра! Вот именно. Моя родная сестра скрыла от меня, что у Лены есть любовник. Конечно! Ведь все родные люди так поступают, правда? Ну просто Лена просила не рассказывать о том, что она встречается с ним совсем по другому поводу. По другому поводу? Это как?